Святой Карнут жил в окрестностях Никомедии. Он был ревностным исповедником имени Христова и служил его святой церкви в сане епископа в то непростое время, когда император Дикий, а вслед за ним и император Валериан, с большой жестокостью преследовали христиан. И вот в поддержание указа императорского в Никомедию прибыл иконийский правитель Пиреней, славившийся своей ненавистью и беспощадностью к последователям распятого, как именовали Господа Иисуса Христа римские язычники. Многие христиане тогда разбежались от преследования по укромным местам. Но епископ Карнут, уже достигший маститой старости и как истинный пастырь, сам явился к Пиренею, дабы своим примером вдохновить овец Христовых на подвиги во имя Господа. Святитель Карнут открыто исповедовал, что Христос есть истинный Бог, Творец всего, а вслед за сим обличил идольскую ересь. Тогда по приказу Пиренея епископу перетянули ноги тонкой бечевкой и долго водили по городу. Святой мученик испытывал нестерпимые страдания. Из порезанных веревкой ног кровь текла ручьями. Но епископ Карнут, несмотря ни на что, благодарил Бога. Еще многим пыткам был подвержен священномученик, но он так и остался верным слугой Господа, и был епископ обезглавлен. «25 сентября. День памяти священномученика Карнута Никомедийского».